числе приоритетных задач единого дня безопасности дорожного движения – выявление водителей, которые управляют транспортом в состоянии опьянения. Еженедельные мероприятия направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий, а также пресечение нарушений требований правил дорожного движения. За время проведения Дня безопасности дорожного движения к административной ответственности за нарушение требований правил было привлечено более 80 участников дорожного движения. Также инспекторы следили за тем, пропускают ли водители пешеходов там, где это положено. Правила нарушили 7 автолюбителей. Ну и, конечно же, сотрудники полиции пресекли всяческие попытки пешеходов, которые хотели перейти через проезжую часть в неположенном месте. По этой статье нарушили 11 человек. 20 водителей сели за руль незастрахованного автомобиля. Два водителя транспортных средств проехали перекресток на запрещающий сигнал светофора, и еще два водителя пренебрегли правилам безопасной перевозки детей в салоне автомобиля. В рамках операции «Единого дня безопасности» осуществляется строгий контроль за соблюдением правил перевозки детей в салоне легкового автомобиля. Кроме того, во время всего мероприятия инспекторы провели профилактические беседы, в ходе которых разъясняли водителям и пешеходам требования правил дорожного движения, напоминая о том, что от их соблюдения зависят не только их собственные жизни и здоровье, но и безопасность окружающих. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.